Всем привет! Вы на канале Squadboard Shop. Меня зовут Дима, и сегодня я вам расскажу о такой интересной технологии, как фотохром. Технологию фотохром используют производители горнолыжной и альпинистской оптики для того, чтобы упростить вам задачу, сделать ваше катание или подъемы на гору комфортнее. Эта технология позволяет затемнить линзу при попадании на нее большого количества ультрафиолета. То есть обычно это варьируется от S2 до S4, где S2 – это слегка затемненная линза, не для яркого солнца, скорее для облачной погоды, для теней, если вы, например, заехали в лес. А S4 – это уже такая серьезная защита от высокогорного солнца, когда оно прям лупит, светит, примерно, наверное, как сейчас у меня здесь. И ваши глаза полностью защищены, и вам комфортно находиться на ярком солнце. Это видео больше, наверное, такой личный опыт использования, так как я не какой-то там супертехнолог в этом плане, не смогу вам рассказать о том, как это все устроено, как, почему при попадании ультрафиолета затемняется линза, но для рядового пользователя, для сноубордиста, лыжника или, возможно, альпиниста, я думаю, это не так важно, скорее важнее понимать, насколько это работает, насколько комфортно тебе будет в этом кататься, как быстро это все происходит. Я думаю, это самый главный вопрос, который интересует покупателей. Собственно, почему я решил сделать это видео? В нашем магазине продаются такие маски бренда Spectrum, шведского бренда, которые используют линзы от Carl Zeiss. И я с уверенностью могу сказать, что большинство зрителей нашего канала, не так же, как и на самом деле я, не особо шарит в этом бренде Spectrum. Это довольно молодой бренд. Но то, что он использует линзы Carl Zeiss, делает его довольно интересным для рассмотрения. И что интересно, Squad также возит такой бренд горнолыжной оптики, как Apertiv. У меня уже было видео про одну из масок этого бренда. Я там рассказал, что это топ за свои деньги. На тот момент, прошлой зимой, эту маску можно было купить за 5000 рублей. И пока я ее затестил на себе и за эти деньги, я просто не представляю, что можно было бы найти лучшего. В этом сезоне я увидел, что у них есть сменные линзы, у Apertiv тоже с фотохромом. И мне стало интересно сравнить Carl Zeiss-овскую линзу от Spectrum от линзы Apertiv, которая стоит на порядок дешевле, чем они отличаются. Насколько есть смысл покупать себе более дорогую маску или можно обойтись вот этой дешевой. И сейчас я вам постараюсь описать и рассказать подробно свой опыт использования фотохромной линзы в разных масках. Вот у меня сейчас на голове модель Остра с фотохромной линзой. Изначально я опасался того, что это будет две похожие линзы. Сложно будет их сравнить между собой. В обеих использована технология фотохром. В маске Spectrum изначально линза практически совсем прозрачная. То есть ее, я бы сказал, можно использовать даже в очень туманное какое-то время. Для тех, кто не считает, что обязательно использовать какие-то линзы с цветными фильтрами для увеличения контраста. Я, например, отношу себя к таким людям. То есть я в туман, снег, в плохую видимость чаще всего выбираю просто прозрачную линзу. Потому что мне очень нравится, что ты видишь как бы мир обычными глазами, можно сказать. Я не очень люблю цветные как бы фильтры. И вот в этой маске изначально, когда на нее не попадает ультрафиолет, она практически прозрачная. Но как на нее начинает попадать солнце. И, кстати, очень важно, что это должен быть именно ультрафиолет. То есть это вы никак не, ну, типа под лампами дома, это все не работает. Даже когда ты едешь в кабинке через стекло, стекло поглощает какое-то количество ультрафиолета, и линза не так сильно затемняется. То есть тебе нужно непосредственно, чтобы на нее светило яркое солнце.
и затемнение происходит именно за счет ультрафиолета, а не просто света. Поэтому даже в городе при солнечной погоде она не так сильно будет затемняться, как в горах, потому что здесь ультрафиолета гораздо больше. И что касается этой маски, модель Остра, вот у нее изначально, как я уже сказал, линза более светлая, практически прозрачная. Но, что интересно, затемняется она тоже не очень сильно. То есть, когда ты ее одеваешь, и она вот, ну, уже достаточное количество провела на ультрафиолете, на солнце, все равно вот смотреть как бы напрямую к солнцу не то чтобы некомфортно, но он, ну, я бы не сказал, что она прям сильно затемняет. Я сразу обратил внимание на то, что она не делается прям супер темной, в отличие от апертифа, но к нему я перейду попозже. Давайте я сейчас все расскажу про эту маску и потом перейду к апертифу. Я люблю, когда ты одел маску, и тебе не надо к ней привыкать. Я померил спектром и такой, типа, блин, ну это, не знаю, как будто я вниз обзор не очень хороший по бокам, и она очень как бы толстая. Что я думаю, что именно это влияет на ее такой не очень хороший обзор, а я к этому довольно придирчивый. То есть я подумал, блин, ну я ее потещу и отдам, потому что мне будет не очень комфортно. Но стоит сказать, что я довольно быстро к этому привык. Мы долго думали с ребятами в магазине, с продавцами, почему они сделали такую толстую, как бы, оправу. Все, что мы смогли предположить, это то, что это в первую очередь, наверное, лыжный бренд. Возможно, они таким способом, как бы, используют ее еще и как защиту вашего лица от всяких палок и всего такого. И вот, покатавшись с ней, я заметил, что в ней очень сильная вентиляция. То есть ты едешь в этой маске и чувствуешь, как у тебя ветерок постоянно вот так проходит. Это не то, чтобы там, не то, чтобы это сильно напрягает или морозит лицо, но просто в ней конкретная такая хорошая вентиляция. В целом мне эта маска зашла. Я бы на самом деле в ней катался. То есть изначально то, что я подумал, что у нее не очень хороший обзор, я к нему довольно быстро привык. Он меня не напрягает. Ну, в какой-то момент я забывал вообще, что как бы у меня там что-то не видно где-то вниз. В принципе, я довольно быстро привык. Фотохром работает. Не сказал бы, что работает как-то супер быстро. То есть не то чтобы моментально. Но на самом деле, вот как бы я мог описать работу фотохрома. То есть ты, придя на гору, надев маску на катание, вытащив ее из рюкзака, например, надел ее в определенном состоянии, и как бы катаясь в любых кондициях, ты не успеваешь заметить эти перемены. То есть как бы ты не осознаешь того, что вот она затемнилась или вот она стала более прозрачная. Глаза постепенно привыкают к тому, как она меняет свои свойства. И ты как будто бы все время находишься, ну, как будто бы все время смотришь через одну и ту же линзу. Ты не успеваешь как бы это контролировать. Нет такого там, что за секунду она стала темнее или она стала как бы светлее. Она постепенно это делает, глаза привыкают. И вот лично мое личное описание — это то, что у тебя картинка вообще не меняется. То есть ты как бы и на ярком солнце примерно видишь как бы комфортно, и в тень заехал, тебе комфортно. То есть это все происходит плавно, и ты вообще не паришься. То есть там потемнело, посветлело, все плавно, ты привыкаешь к этому. И для себя я вот отметил, что это круто, что фотохром реально рабочая тема, что я буду кататься в фотохромных линзах, это удобно. Не надо ничего менять, не надо ничего париться, что там маска с магнитами или там старая какая-то технология вытаскивания из рамы всей этой фигни. Так что по спектруму, вот именно по модели Остра, по ее фотохрому, я могу сказать, что прикольная штука. Кстати, хочу заметить, что обычно в комплекте с маской идут две линзы, как правило, какая-то темная и желтая, то есть для пасмурной погоды, для яркой погоды. В комплекте с фотохромной маской, вот, собственно, со спектрумом, не идет больше никакой дополнительной линзы. То есть она стоит как будто бы на пару тысяч дешевле даже, чем другие модели. Может быть, на самом деле столько же.
там это от разных факторов зависит. Но в комплекте с фотохромной линзой не идет никакой другой. То есть ты покупаешь себе маску с одним фильтром. Интересный тест. Не знаю, насколько это будет заметно сейчас. Вот у меня тут лежит маска Apertiv. Сегодня я в ней еще не катался. Я катался в ней несколько дней до этого. Была точно такая же погода, яркое солнце. Давайте я ее сейчас достану. Вот. Я не знаю, насколько хорошо это видно на камере. Сейчас она более-менее прозрачная. Такая, ну, потому что как бы я ее достал. Не знаю, насколько будет видно, затемняется она или нет. Но хочется заметить, что изначально вот эта вот эта сменная линза фотохромная у Apertiv для модели DVG, она изначально как будто темнее, чем спектрумовская. Но и затемняется она до более такого темного состояния. То есть у них все-таки есть какие-то отличия в этом плане. Мне, если честно, больше даже понравилась вот линза DVG-шная. То есть, как бы, не знаю почему, возможно, потому что здесь более такой, как бы, широкий обзор. И вообще я больше привык к этой маске, потому что это моя личная маска. Но, кстати, вот сейчас я сижу и в спектрумовской все более, как бы сказать, четкое, наверное, из-за того, что это Carl Zeiss. Типа, либо мне просто надо протереть свою эту линзу, но либо она еще просто не совсем не сработал фотохром. Но тут он тоже рабочий. То есть в маске более низкого сегмента, на порядок, которая стоит дешевле, есть тоже сменная фотохромная линза. Она рабочая. В ней комфортно. То есть это, наверное, главное, что я могу сказать из личного опыта. В ней комфортно. Заехал в лес, где как бы не пробивает солнце, нормально, все видно хорошо, не чувствуешь никакого дискомфорта. Выехал на солнце, все тоже хорошо, то есть как бы ты постоянно находишься в одних и тех же условиях в плане видимости через линзу, но если условия световые меняются, ты этого особо не замечаешь. Как будто бы все круто, все работает. Также хочу напомнить, что с этой маской идет в комплекте охрененный чехол твердый, дополнительные линзы. Эта маска, фотохромная линза, у нее продается только отдельно. Нет изначально комплекта типа только с фотохромной линзой. Ее можно купить на сайте Сквота. Там еще есть всякие розовые, прозрачные. Лично мой набор именно для этой маски DVG от Apertiv — это полностью прозрачная линза без цветного фильтра, комплектные желтая и темная, и вот это вот фотохромная. На самом деле, как будто бы я просто оставлю фотохром и буду в нем просто постоянно кататься, потому что технология реально рабочая. Очень советую попробовать. Для тех, кто интересуется этой темой, для тех, кому влом бывает менять свои линзы, зайдите на сайт, посмотрите. Может быть, вам понравится больше Spectrum, может, вам понравится больше Apertiv. Если у вас есть типа бюджеты, то вы захотите взять себе что-то подороже. Если вам влом отдавать деньги, то на низкий бюджет тоже можно найти себе маску с фотохромом. Очень советую, пробуйте, катайтесь в горах, защищайте свои глаза обязательно и оставайтесь с нами. Подписывайтесь, бомбите колокольчик, ставьте лайки. Увидимся.